Мир животных полон разнообразных созданий, которые не перестают удивлять нас своими способностями и навыками выживания. Известно, что одни животные умнее других. Они способны подражать, учиться на своих ошибках и даже строить определенные взаимоотношения с людьми. Вот 10 животных, которые считаются наиболее умными. Морские львы. Морские львы – это очень интересные животные. На первый взгляд – ленивые и неповоротливые, но обладающие при этом незаурядными способностями. Исследования ученых показали, что морские львы умеют мыслить логически. В одном из специальных текстов морской лев определил, что если А равно Б и Б равно С, то А равно С. Муравьи. Эти крошечные существа чрезвычайно хорошо организованы. Их сложное общество и система связи являются доказательством, что они весьма умные. Муравьи образуют колонии, в которых присутствует деление на касты. Также муравьи могут использовать других животных и растения в своих целях и вступать в симбиоз. Вороны. Вороны считаются самыми умными птицами, и это доказывает разнообразные ухищрения, которым они прибегают в попытках добыть пищу. К примеру, вороны хорошо знакомы со свойствами гравитации. Если ворону не удается разбить орех клювом, он поднимается вверх и бросает его на твердую поверхность. Выдры. Энергичные животные, которые демонстрируют прочные социальные связи и высокий уровень интеллекта. Выдры умеют использовать предметы, например, камни в качестве инструментов для добывания пищи. Также они могут определить приближение хищников по колебаниям воды. Осьминоги. Осьминоги считаются самыми умными среди беспозвоночных существ. Они используют многочисленные стратегии для защиты от хищников, умеют находить решения сложных задач и любят играть в игры. Собаки. Собаки всемирно известны как лучшие друзья человека. Они являются очень умными животными с высоким уровнем социального развития. Собаки способны понимать команды человека, правильно истолковывать жесты, умеют пользоваться обонянием для поиска спрятанных предметов. Касатки. Касатки относятся к семейству дельфиновых. Они имеют довольно прочные социальные связи, даже умеют сочувствовать друг другу. Больше всего интеллект касаток проявляется во время совместной охоты. Чтобы добыть пропитание, они способны на самые хитроумные трюки. Слоны. Слоны не только обладают крепкими социальными связями, но и способны строить определенные отношения с людьми. Они поддаются обучению. Также при необходимости слоны могут пользоваться подручными средствами для решения различных задач. А еще у слонов отличная память. Если со слоном плохо обращались, то он может запомнить это на всю жизнь и отомстить спустя много десятков лет. Дельфины. Мозг дельфина весьма сложен и является предметом огромного интереса для ученых. Интересной особенностью мозга дельфинов является то, что он всегда бодрствует. Даже когда дельфин спит, одна половина его мозга все равно остается включенной. Это необходимо для того, чтобы дельфин, не просыпаясь, мог время от времени подниматься на поверхность и дышать кислородом. Известно, что дельфины любят игры, легко учатся новому, дают друг другу имена и могут отличать человеческих детей от взрослых. С детьми они более терпеливы. Обезьяны. Обезьяны являются наиболее умными представителями животного мира. Они ведут активную общественную жизнь внутри своих групп, умеют пользоваться простыми предметами для достижения целей и способны на выражение различных эмоций. Кроме того, обезьяны обладают достаточно развитыми речевыми навыками. Некоторые из представителей шимпанзе довольно быстро могут освоить простые слова и выражения на языке жестов. А какие животные из этого списка самые умные, по-вашему? Напишите в комментариях. Поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Всего доброго!